Реально, не ГСА, они другие. По нашим меркам, то, что мы чем сейчас занимаемся, в церквях, ну, петь, понимаешь, радоваться, но это не радость, мы реально сейчас не можем высидеть. Это не восхищение. Если хотите жить на небе, уже начинайте жить. Уже начинайте так восхищаться, чтобы это было реально восхищение. Чтобы это наслаждение было так, что вам не хотелось остановиться. Уже на час на работу опоздали, а я не могу остановиться просто-напросто. Вот. Даже на служение опоздали. А я восхищался Богом, извините. Пастор опоздал. Вот. Потому что отца он любит больше. О, да. И он реально был на небе. После этого, да, церковь весь час ждала, а после этого вся церковь на небе. По-моему, есть вещи чуть-чуть больше. Чем мы там вечно будем заниматься-то творить? Давайте уберем это навсегда. А что будет на небе? А вот там будут такие деревья. Ты будешь творцом на небе. Аминь. Какой хочешь деревья, такие будут расти. Что хочешь, то и будешь делать. Щелкнешь пальцем, гора вырастет, с нее водопад вверх будет. На гору влиться. Аминь. Деревья на воде расти или что-то еще. Да, твори, просто твори вселенную свою. Аминь. Вот. Класс. Небо — это веселая вещь. А буду петь Богу хвалу. Да мы час Богу хвалу, скучно. Ты думаешь, там вечность скукотища в этой скукотище? Не надоест? Это не теперь адом не кажется? И мы себе представляем, о, я с радостью пойду в этот ад. Ну, не смешно, ну, честное слово. Или мы начнем кайфовать уже сейчас на небе и творить это небо, приносить сюда. Аминь. Или нету смысла туда идти. Потому что мы идем что-то не туда. Вот. Едем. Да. Все, благословение вам.